Вали! Касан штапка ха за на курды горы. Идеально ровно. Это карабуша! Да, мобиль старый. Вора мне, кого Сабр, да. Легаляр, лака, легаляр, лака. 18 метров. 37 сантиметров. Катрометр 18 метров, 37 сантиметров. А теперь я предлагаю... я не могу предлагать, ты говори, что ты скажешь. Учитывая, что это не мировой рекорд. Мы четко можем сейчас сказать, что Ханбаба проходил машину примерно весом 6,5 тонн, примерно на расстоянии 18 метров, 37 сантиметров. Еще раз повтори тогда, примерно и точно. Мы точно сейчас можем сказать, что Ханбаба протянул машину весом 4,5 тонны плюс 25 человек в кузове и кабины на 18 метров 37 сантиметров. И что это означает? Пока это означает только эти две цифры. Сказать, рекорд это или нет, я не могу. Тебе потребуется время, правильно? Конечно, да. Какие-то еще параметры тебе нужны? Секунду. Потребуется время, это вот хорошо сейчас для рекордмена сказать. Но мы понимаем, что без точного измерения веса главного героя мы не можем это обозвать рекордом. Без точного измерения веса главного рекорда мы не можем. Но самое главное, что без точного замера веса главного героя мы не можем зафиксировать этот рекорд. То есть почему? Потому что какая номинация, как ты говорил, точно напомню.